В это воскресенье на лыжной базе пройдет Всемирный день снега. По традиции, организаторы подготовили для срачан насыщенную программу. Лыжные гонки, соревнования на самый длинный спуск с горы. И, конечно, не обойдется без так полюбившегося горожанам конкурса снежных фигур. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. И если раньше конкурс проходил на самой лыжной базе, в этот раз участников решили не собирать в одном месте. Фигуру будет делать каждый на своем участке, то есть это или на территории школы. Конечно, может кто-то прийти сделать и на лыжной базе. Это могут быть фигуры, сделанные во дворе у себя. Далее снимается ролик или фотография, отправляются в департамент по делам молодежи и спорта. И затем уже 17 числа здесь, на лыжной базе, будет подведение итогов на лучшую фигуру. В этом году участникам конкурса снежных фигур предложили пофантазировать на космическую тематику. Каждый день снега стараются объединить каким-то общим посылом. А учитывая, что в 2021 мир отметит 60-летие полета Юрия Гагарина, долго выбирать тему предстоящего зимнего фестиваля не пришлось. Еще одним ярким событием воскресного праздника станут соревнования по брумболу. Это необычная, почти шуточная снежная забава придется по душе как детям, так и взрослым. Это игра в футбол, скажем так, но играют метлами. Это пользуется большим интересом, это как бы новинка, это интересно, увлекательно. Также на футбольной площадке, ворота, но здесь уже не клюшками, а метелками. А еще гостей праздника ждет флешмоб «Космический лед», тематические фотозоны, космический забег и многое другое. День снега пройдет на лыжной базе в воскресенье 17 января. Начало в 10 часов, приглашаются все желающие. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.